Черешковый сельдерей листовой или корневой, он любим теми, кто согласен с его настойчивым пряным ароматом и островатым вкусом. Прочие могут обратить на него внимание или потому, что он полезен, удовольствие невелико, но съесть надо обязательно, или потому, что калории в нем чуть ли не в минус ушли. Ешь и худей, или за компанию, или из любопытства. Вот только равнодушных не найдется, это точно. Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, сегодня готовим сельдерея. Избавляет от усталости, увеличивает работоспособность, укрепляет нервы, улучшает сон, очищает, замедляет процессы старения. И это все о сельдерее. Но если говорить предметнее, о его корневой части, считается сельдерей незаменим для профилактики патологии сердца и сосудов, укрепления иммунной системы. Роль афродизиака сельдереем тоже исторически отыграна. Вспомните хотя бы Казанову или мадам де Помпадур. Однако разбираться, насколько бурных аплодисментов он заслужил, честное слово, не время. Сегодня мы больше об аспекте кулинарном. Сельдерей, лук и морковь составляют великую троицу кухни французской. Эти три овоща активно используются как основа многих французских блюд – супов, соусов, салатов, рагу. Но салат, который мы готовим сегодня, придумали в Америке. В конце 19 века на кухне отеля «Уолдорф» в Нью-Йорке кому-то из поваров пришла в голову замечательная мысль соединить сочный сельдерей с кислым яблоком и грецкими орехами. Согласитесь, непривычно лаконично для высокой ресторанной кухни, но именно эта простота и действительная свежесть сочетания нашла решительное распространение. Сегодня уолдорфский или вальфдорфский салат можно найти в меню заведения общественного питания практически в любой точке мира, но, так сказать, собственно, индивидуальными добавками к базовому рецепту. Виноград, изюм, курица, индейка, цедра лимона или апельсина, цветная капуста – это как с другим замечательным салатом. Цезарь. Уже и не вспомню, что было в основе салатов Цезарь и салатов Уолдорф в мировой кухне, как Донов Педро в Бразилии. И не сосчитать. Впрочем, считать никто и не собирается, а вот приготовить – пожалуйста. Особенно, когда сельдерей прямо с грядки. Свежий и пряный. Салат с сельдереем. Корень сельдерея помыть, очистить, нарезать соломкой. Соединить с яблоком, нектарином, отварным куриным филе. Добавить рубленую зелень и тертый сыр, а также грецкие орехи. Посолить, поперчить по вкусу, заправить майонезом. Или натуральным йогуртом с добавлением лимонного сока, что легче, или сметаной, но в любом случае этот салат придется по вкусу даже тем, для кого яркий сельдерейный аромат не особо привлекателен. Приятного аппетита и все на сегодня. С вами была Жанна Соловьева. Пока!